Ее тренирует российский тренер. Она уже 11 лет работает в Малайзии. Зовут ее Марина Максименко. Надо сказать, что очень смелые девочки в Малайзии, физически очень крепкие. У них неплохая амплитуда. И гибкость, конечно. Да, и гибкость. Гибкость иногда такая, что ее приходится умеривать, что ли, так говорит тренер. Да, гибкая гимнастка не очень хорошо. Иной раз зашкаливает, да. Да. Специальными упражнениями. Смело работают девочки из Малайзии при этом. Такие напористые композиции очень у девочек. Вот, не совсем обычно девочка зажала мяч. Кстати, очень интересно было посмотреть эту девочку на упражнении со скакалкой, где основными являются прыжки, потому что в связи со сверхгибкостью вот как раз прыжки составляют слабое место гимнасток азиатских. Я видела эту девочку на опробовании. Вы знаете, она так достаточно гармонично развита. И прыгала тоже высоко. У нее очень хороший тренер, она сама ученица нашего тренера Яниной. Она училась у Силаевой, так что школа хорошая. Приглашается Мария Филиппова, Эстония. 19-летняя представительница Эстонии, второй номер сборной Эстонии. С 2001 года она постоянная участница.